Чиновники, спасатели, полицейские и два телеканала схлестнулись в настоящей битве. Здесь все по-взрослому. Оружие, шлемы и море адреналина. Несколько минут бешеной перестрелки, и вот победители считают трофеи, а побежденные разводят руками. А что-то меня сняли, из-за чего? Что-то не понял. А, вот. Нет. Смотри. А, понятно. Тебе поэтому это, да? Профессиональные пинболисты отмечают, силовики не всегда побеждают людей, никогда не бравших в руки оружие. Здесь в первую очередь и имеет значение слаженность. Если коллектив любого предприятия, он слаженный, то они будут не уступать, в принципе, команде силовых структур. Кстати, призом стал общий банк, в который команды скинулись по 1000 рублей. А победитель по предварительной договоренности потратит деньги на благотворительность. Я вам держу! Держу, пошел!